просто супер. Такой крутой реальный боевик. Это один из тех фильмов, после которого едешь домой и думаешь, как? Как они это делают? Черт их возьми! Во время просмотра даже стараешься реже дышать, чтобы не отвлекаться. И все-таки я нашла, к чему придраться. Первые 20 минут фильма просто скучно. Слишком затянута экспозиция фильма. Но, возможно, этот фильм рассчитан не на организованного зрителя, который пришел и смотрит, а на обычного, который опаздывает, дожевывает попкорн, целуется, пересаживается, делает контрольный звонок маме. В таком случае это скорее достоинство, а не недостаток картины. Драматургическая колодка фильма полностью повторяет «Крепкого орешка» 1988 года, вплоть до образов персонажей. И даже майка у Ченнинга Татума такая же, как у Брюса Уиллиса. Но, возможно, продюсеры фильма не предполагали в зале зрителей, которые знают наизусть драматургическую композицию «Крепкого орешка». В таком случае это также является еще одним достоинством фильма. Проверенная десятилетиями успешная драматургическая композиция работает на все 200%, несмотря на свою предсказуемость. Кроме захватывающего сюжета, фильм пронизан из сцены в сцену тонким, очень смешным юмором. Едкая сатира на государственные оборонные структуры очень актуальна сегодня в контексте истории с Эдвардом Сноуденом. Стоят три оборонные спецслужбы, смотрят друг на друга в недоумении и ничего не могут сделать с одним взбесившимся генералом. При всей фантастичности сюжета фильм получился реалистичный и наполненный содержанием.